привет, друзья! Кто-нибудь задумывался, как подключить, вот, допустим, да, веб-камера у вас есть, но она очень плохо снимает, в плохом разрешении, стоит копейки, и вы хотели бы классное видео, допустим, да, не покупать цифровик, там, не подключать эти кабеля, все эти штуки, а взять, допустим, телефон, если есть, подключить телефон и использовать его как вебку. Сейчас покажу. Заходим в мобильное приложение Play Market и пишем eRoom Web. Скачиваем его. У меня уже скачан. Далее переходим в браузер в Windows. У меня Windows 10. Я скачиваю для винды. У кого Mac, скачивать ли для Mac? Ссылку на программу я скину в комментариях. Скачиваю программу и устанавливаю на комп. Установка очень простая, справится даже школьник. Подключаю телефон через USB к компьютеру. Два устройства, это телефон и ноутбук, должны подключены быть к одной сети Wi-Fi. Далее захожу в OBS Studio и смотрю, как она работает. Довольно-таки неплохо. Для стрима подойдет. Включил вебку ноутбука, теперь буду переключаться на телефонную камеру. Разница есть, конечно. Если вам понравился этот видос с телефоном, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишем комментарии. Всем удачи, любви и терпения. Всем пока. Пока.